Муж возвращается в Одессу из туристической поездки по Англии. Жена его спрашивает: «Боря, ну как там в Лондоне?» «Что в Лондоне? Я тебе скажу, в Лондоне смог. А я тебе скажу, Боря, что лучше бы ты смог дома, в Одессе». Два пожилых одессита сидят на скамейке на Приморском бульваре. Один говорит другому: «Ты знаешь, Эдик, мне кажется, что моя жена изменяет меня с булочником». «Почему?» «Как не приду под одеялом хлебные крошки». «Это что? Вот мне кажется, что моя жена изменяет меня с водопроводчиком». «Почему?» «Как не приду, а у нее в постели водопроводчик». В одесском суде слушается дело об изнасиловании. Судья: «Гражданка Пересыпсюк, мы рассматриваем ваш иск гражданину Гуревичу. Когда был этот случай изнасилования?» «Практически все лето и всю осень». Два коренных одессита стоят на Дерибасовской и разговаривают. Вдалеке показывается старый Рабинович. Один коренной одессит говорит другому: «Артур, ты слышал, как гудит Рабинович?» «Нет, тогда ты ничего не слышал в жизни. Но сейчас услышишь». Подходит к ним Рабинович. «Рабинович, когда вы последний раз были с женщиной?» Утром Моня говорит жене: «Я когда побреюсь, чувствую себя моложе на 20 лет». «Тогда что, тебе трудно побриться перед сном?»